Артём, знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Все эти реки, горы, пустыни, это все не то. Океан и точка. Верила, что доедем. Доеду. Артём, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасешь, правда? Артём, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артём, иди. Я ему укос дам, пусть поспит немного. Идем, братка. Там разговор есть. Эй, золотые руки, ты эти тоже подтягивайся. Ну, скажи, что случилось, Настен? Кто тебя обидел? Никто. А чего же ты плачешь? Я боюсь. Боишься? Что случилось? Вот, кашель у меня. Друг, как у тети Ани. Да что ты, Настенька? Ты ведь газом не дышала. Это просто простуда. Это мы мигом вылечим. А тетю Аню? И ее вылечим. Лекарство найдем, и она сразу пойдет на поправку. Правда? Честное слово. Так что не волнуйся. Хорошо, не буду. Спартанцы слово всегда держат. Мне мама рассказала. Так и есть, Настя. Так и есть. Артём, не волнуйся, все это будет окей. Аня сильная. Как обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Мы осмотрели плотину и водохранилище. Вам нужно уходить как можно скорее. Как минимум, пока не начались дожди. Плотина еле держится. И если ее прорвет, всю долину смоет, а то останется. Превратится в мертвую землю. Так что уходите завтра, а лучше вчера. Как она? Давай. У нас новости. Нехорошие, похоже. А других у нас уже давно не бывает. Давай, ну, одной садись, меньше, братка. Одной больше. Непростой разговор будет, похоже. Этот снимок Новосибирска мы сначала посчитали испорченным. Так, а что с ним? По описанию зоны сильного заражения показаны зеленым, а некорректные данные малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Это чем же туда стрельнули? Может, газ милый? Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем... Новосибирск, похоже, смертельно. И что теперь делать? Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это не по-овински. Мы все пойдем.
Товарищ, так неправильно. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание ордена, это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе. Мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни. На окраине города большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. Yes, sir. А что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? А, точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Товарищ полковник, я по костюму. Да, что там с ними? Комплектных получилось собрать, только два. Видишь, как раз на нас с Артемом. Против судьбы не попрешь. Помогут? Ну как, понятно, от пыли защитят. Но там и прямое излучение такое, что... Ясно, усилить защиту сможешь? Конечно. Листовой свинец у Ермака в запасах есть. Только в костюмах и так не особо удобно. Ничего, мы там танцевать не собираемся. Сколько времени нам это даст? Может, пару часов. Все равно мало. Лучше, чем ничего. Не волнуйся, прорвемся. Я еще в машине кабину свинцом подобью. Постарайтесь выходить как можно меньше. Спасибо. Приступай. Есть, товарищ полковник. Да, сердце у меня не на месте. Такой риск. Сколько в гальзейских путевых бригадах народа от облучения погибло. А в Москве ведь, похоже, близко такой радиации не было. А, их эти риском ни по что не проймешь, сам знаешь. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, мосты целые, фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. И дома все целые. Сэм, что там с радиацией? 8 раз выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артем? Давай за мной. Good luck. Мы вас не подведем.
здоровье. Похоже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак? Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан? Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший, так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Спартанцы, удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи. Удачи. Вы идете на задание, чтобы спасти тетю Аню, да? Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. Тихо, тихо. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артем. Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся. Пульс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра проспит, наверное. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Они сильные, переборет. Главное, вернись. Удачи, Артем. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо, Коль. Артем, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины. Артем, принимай снаряжение. Пушки я почистил, в рюкзаке весь остаток ресурсов и патронов. Вам нужнее. Со щитом или на щите? Ну что, готовы? Готовы. Ну, Артем, вот он, твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. По коням. Артем, ты смотри по сторонам, мне будет некогда. Дорога тут точно не чищена. Удачи, ребята. Сколько вагонов стоит? Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Но рискнем.
Ну, как тебе дорога к мечте? Не жалеешь? Вижу, жалеешь. Только давай эти переживания сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнет. Смотри, сколько машин. Военные все перекрыли. Похоже, накрыло в разгар эвакуации. А, да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду, куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. Сколько снега, а буря все усиливается. Дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Черт, ладно, ладно, давай направо, деваться больше некуда. Давай во двор, налево. Только не торопись, а то застрянем, заметет. Давай по прямой. Аккуратней, Артём. Аккуратней. Шторм усиливается. Фон тоже растет. Долго мы тут не протянем. Смотри, давай туда. Так обратно на проспект вырулим. Ах ты, ёперный балет, снова пробка. Тут, похоже, танк прошел. Давай за ним. Все, приехали, черт подери. Дальше на своих двоих придется. Надо спешить, фон все растет, фильтров надолго не хватит. Давай, давай, за мной, не останавливайся, ей нам добрались все-таки. Давай поищем проход в сторону центра.
Ничего себе, тут все привалило. Через вагон? Давай помогу открыть. Ну, 3-4. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Идем дальше. Только не расслабляйся, эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Нам надо на станцию Площадь Ленина, институт от нее в 2 шагах. Метро-то тут не особо глубокое, а радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче, но наверху мы уже схватили не меньше 3-й нормы. Тоннели? Ну что, родная стихия, все как в Москве, теперь не пропадем. Дышать, похоже, можно. И тут твари. Сейчас полезу, но ничего, нам не впервой. Прямой дороги нет. Артём, осмотрись тут. Нам надо попасть в соседний туннель. Артём, держись! Получай! Как ты, цел? А на это что скажете, а? Лезут, приготовься! Артём, осмотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. Михаил Иванович, это Федоров с 12-го участка. Тут такое дело. У нас фильтры труха совсем, а на сибирской твоей осенью поменяли. Поселишь детей моих? У тебя там народцы из школы как раз. Не могу, Никитич. Тут теперь военные не пускают никого. Зато радиопротектор скоро раздавать начнут. Так что мне, зеленкой этой детей колоть? Не дури. Зеленка – это мировая вещь. Лучше любых фильтров. Не волнуйся, пару месяцев погулите, пока все устроится, а там... В общем, давай потом при встрече. Понял. Давай. Добро. Ага, вот значит, как они тут выживали. Радиопротектор. Зеленка эта, которую военные раздавали. Потом запас кончился, а радиация так и не упала. Ну и все. Осторожнее, тут все прогнило. Смотри, в воду не свались. Черт, снова тупик. Мост обвалился. Обычно в таких коллекторах можно пройти снизу. Спускаемся, попробуем обойти.
лестница. Надо скорее выбираться. А вот и местные жители. Похоже на ту яму в Москве, правда? 8000 километров и опять расстрельные ямы. Интересно, этих тоже шпионами называли? Кстати, трупам не больше года. Может, и тут кто-то еще остался. Будь начеку. Давай наверх и смотри в оба. Что же у них все-таки случилось? Столько расстрелянных. На войну не похоже. Как бы не завалило нас тут. Кажется, окраины станции. Погоди, фальшфейер зажгу. Пошли на станцию, может там что-то прояснится. ДШК, вечные защитники. Полномасштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. А выживших тут видно было немало, пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Вот и пойми теперь, что лучше — ложь и жизнь, или правда и смерть. Что? Что-то мне не по себе, Артём. Ты как? Ничего не мерещится? Радиация. Хватанули мы порядочно. Ah!
Вот это да. Мать их. А, я думал, мерещится опять. Будто мертвецы поднялись. Попали в самое логово этих тварей. Взяли. Ладно, давай попробуем открыть ворота. Хватит, пошли. Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Артём, осмотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. Все метро строились похоже, так что здесь должна быть вент-шахта. Так, по идее, если пойдем прямо, выйдем в вентиляционный тоннель, а оттуда в соседний, путевой. Вот железка чертова. Стой! Давай подсажу! Давай... Удачи! Не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. О, Артём, держи! Стоять! Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения ОСКОМ. А больше я вам ничего не скажу. Можете Хлебников, сразу убивать. Значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру.
это не желаете зла? Я же из Оском! Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Нам сюда! Тут уже недалеко до станции! Какая это станция? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артём. Стой! Все чисто. Ну, идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Ха-ха-ха, а ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? Артём с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Чёрт, назначи! Посадите меня! Давай. Скорее! А на это что скажете, а? Еще охота! Жги гранатами! Ну идите сюда! Прорвемся! Нравится? Нравится, твари! Ха-ха-ха! Ишь, как удирают! Вот это я понимаю! Ну что, рядовой Хлебников, можешь... Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Живой! Пяток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто! Подождите секунду, я ворот открою. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили.
Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую... Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Так стоп. И выжили. Артем, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алешей потерялись. Откуда это у вас, рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попаданий и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Артем, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артем, в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабела, что... Аврора, повторите, прием. Аврора, как слышите, прием. Черт. Опять помехи. Артем, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе... Подождите! Без антирада на улицу нельзя! Осталось 3 ампулы. Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Что, по душе рельса моя? Бери, тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Ну что, готов? Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед!